Сегодня 5 июля. Яровая пшеница, сорт Риза. Предшественник здесь озимая пшеница. Так получилось. Что яровую посеяли после озимы. Озимая была перепахана. В целом хороший достаточно вид, норма высева 4 миллиона. Пшеница уже, конечно, начинает страдать от того, что достаточно сухо. Так вот она выглядит в нижнем ярусе. Особо не кустилось, хотя есть, я смотрю, и по два растения, но особого кущения как бы здесь не было. Вот так вот на сегодняшний день выглядит, где-то 60-70 сантиметров высота. Азотное удобрение здесь где-то было, селитры мячные было где-то 250 килограмм на гектар.